В очередной серии многим полюбившегося украинского сериала «Обручальное кольцо с рубином» нас ждут следующие события. Люба заигрывает с Петром. Петр расстроен тем, что из-за долгов не может ответить на чувства Любы. Аня, желая избавиться от Андрея, снимает компрометирующее видео взятки, анонимно посылая его в службу безопасности. Андрей во избежание обвинения во взятке предъявляет Ане видео, на котором она предлагает себя Андрею. Андрей обещает разослать это видео всем, тем самым уничтожив Аню. Ане удается вовремя удалить компрометирующее видео с компьютера и распространить другое, благодаря чему с Андрея снимают обвинение в коррупции, а расследование сворачивают. Хирурги вынуждены удалить Андрею селезенку, чтобы спасти ему жизнь. Он находится в тяжелом состоянии. Яна переживает и почти все время проводит в больнице. Родные ее поддерживают и сочувствуют. Расследование дела о нападении на Андрея тормозится. И в конце концов Андрей отказывается свидетельствовать против бандитов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.